друзья. Давай, Слава. Пацанский флекс, залетел на сайфер за год в игре. Купил маме майбах, родился в дыре на родной Хабаровск. Вижу чаще на купюрах, чем глядя в атлас. Но притом не продал себя, чё бы не пиздели. Могу разъебать любого лоха в любой день недели. На бите величайший во всех вселенных. Мне не нужен лейбл, чтоб быть охуенным. А мощно, с какого года мне интересно? 4 года назад я Славу в этой куртке. Я его последний раз, когда видел, он был в этой куртке Stone Island. 4 года прошло. В этой же куртке я его видел. Да что они ебаться строк, ну ебать, это твои лучшие 16 строк. Словно яйца в проруби, так понятно твои банчик голуби. Они летят во все стороны. Это Слава КПСС, я пиздато пою рэп. Но и бусь я лучше, батлюсь лучше всех. Но и бусь я лучше, делю за шестерых. Но и бусь я лучше, самый гений. Но и бусь я лучше, самый удивительный Валентин дядька. Без ошибки карабин сайка. Вы меня встречите, пора будете хер там. Скорей добавить себе в плеер Хабиб Блэкстар. Сука, какое смешное видео, блять. Хочу сказать, кстати, без обид, но здесь один из моих самых нелюбимых, мне кажется, самых слабых куплетов Сони Мармеладовой. Были, мне кажется, гораздо круче. Тут прям как-то не выдающийся получился. Соня, скажи. Соня залетает на бит. Oh, sorry, я вас перебил, как сит. No comments. Hey, come. Мардук Самец. Федя, привет. Да что там, Федя, легенда. Спасибо на все. Вечной жизни. Пожалуйста, старик. Давай, будь здоров. Спасибо. Камон, твой трёп лепит. Вкусный как камон, нет, гоу веган. Я ебанутый тип, вес в игре, как будто жил-то брюхи кит. Как будто Егор Крид взял, поверил, что я не ускульный тип. Победил бит в миллион, абсурд, но империи ебет тит пулеон. Соберешь как штурм стадион, я соберу как фильм Собибор. За неделю миллион без дека танца. Отрезал яйца, теперь в танцах. На пушке в фесте ебешь гантели. Анальные шарики, да у тебя гантели. Анальные гантели, чувак, товаровская лапа. У тебя потом были только анальные гантели. Ты пытался это в дефризайн на самом деле. Но выходил на батл с оборотской лапой и превращался просто в какую-то сутулую какаху. Я, ну блин, зарежал нормальный речитатив. Ты пытался меня одолеть со всех сторон, придумал всякие концепции. А я такой, опа, и давай на дисплестели в эти щуполи. Короче, воровская лапа убирает всех МС, которые пытаются быть сильными там в рэпе. Но на самом деле воровская лапа — это просто мощь тарана. Я убиваю тебя, я как будто беру на колган. Было охуенно, когда воровская еще лапа не был как бы популярным рэпом, да, а был как бы этот неуверенный рэп. Вот это моя любимая эра воровской лапы, когда это был просто неуверенный зачитон. Реально охуенно было. Блять, самое охуенное будет. Давай. Мы из антихайпа, придурок. Мне причем нравится, что как бы, видите, Замай концептуально, да, отыгрывает Бивиса и Батхита, а как бы Славян просто на похуй ебашит, как бы, а этот прям Замай отыгрывает. Мы из антихайпа, еблан, плотно поебали, твой сайфер, еврей и цыган, ты, мы авангард. Юрий Дудь, логопед, Сергей Шнуров, долбоеб, Иван Ургант, говноед, Окси музыку поет, Миша Панчин, русский рэп, ресторатор, батл рэп, рядом срать с вами не сяду, Ричард Третий, заебись. Пиздец, один из лучших куплетов Замая, честно говоря, просто, ну это реально, это праймовый Замай, просто, блять, без ничего лишнего. Сейчас главное, мистер М, самый охуенный. Из антихайпа, придурок, мы из антихайпа, еблан, плотно поебали, твой сайфер, еврей и цыган, ты, мы авангард, мы из антихайпа, придурок, мы из антихайпа, еблан, плотно поебали, твой сайфер, еврей и цыган, ты, мы авангард. На самом деле я тайный агент. Это антихайп, хуй вам в рот. Вот это поворот. И я клянусь, Оксимирон. Мы ебали тебя весь год, вы террористы. Мы антихайп, мы здесь антитеррор. Угадай, что дать лохам легче, чем легко. Блять,
какой в миксе феерически охуенный куплет. Вы террористы, мы антихайп, мы здесь антитеррор. Какая ассоциация пиздатая. Так раскручиваются проекты, пидор, завали ебало. Ну-ка сперму вытер, выхавали все, что мы насрали с Витей. Как было просто... Выхавали все, что мы насрали с Витей. С каким Витей-то, блядь? Как же было легко меня к вам внедрить. Блядь. Было бы только круче, если бы Оксимирон поверил, что Микси — это агент антихайпа был все это время. Проекты пидор, завали ебало. Ну-ка сперму вытер, выхавали все, что мы насрали с Витей. Как было просто меня внедрить вам. Я сказал себе, нихуя себе. Иди отдыхай, это антихайп. Мы делаем российский хип-хоп. Мы ебали вас, вот, вот это поворот. Мы вертели вас нахую. Здесь ваш ебаный сезон. Эксперимент прошел удачно и он завершен. Ренессанс ебет, не до рэперов. One take, это антихайп, сука. Только задумайтесь о масштабе прикола, который мы сделали, хуесос. Только, друзья, задумайтесь. Прошу вас задуматься о масштабе прикола. Можете задуматься о масштабе прикола? Нормально. Прикол, конечно, во всех смыслах прикол вышел масштабный. О, ебать, нормально, надо еще один хайлайт выпустить.